Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть Черепашки-ниндзя-легенды. Так, забираем с тобой ежедневные награды. Так, здесь 120 долларов. Итого у меня 530 баксов. Это, кстати, неплохо. Так, в магазине открываем с тобой бесплатно пак. Бакстер Стокман нам выпадает. Окей. Так, здесь забираем награду за открытую колоду. Ну и пойдем дальше сражаться в боях. Плюс серия испытаний еще, кстати, нужно будет пройти. Навыки. Так, что нам нужно? Опять эти бинокли. Давай, наверное, с тобой попробуем найти кружки, чтобы они нас не отвлекали уже в следующий раз. Так, одна есть. Вторая. Третья. Кстати, сколько нам нужно кружек? Ага, еще четыре. Раз. Два. Три. И четыре. Да, кружки очень хорошо, ребята, собираются, в отличие, знаешь, от чего? От бинокли. Бинокль, так это вообще какая-то, я не знаю, ребят. Просто беда. Надо же, один достался. И, кстати, у нас очень мало телепортов. Друзья мои, 17 штук всего лишь осталось. Ай-яй-яй, что будем делать? А что делать? Надо копить баксы. Другого варианта нету. Слушай, еще 4 штуки, давай попробуем найти. Вдруг у нас получится. Раз. Да нет, 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 не надо мне за пиццу. Два. Три. И последний, пожалуйста, дайте мне бинокль. Е! Слушай, ну в отличие от прошлой, да, серии, сегодня бинокли просто замечательно выпадали. Ну что же, остается нам... Ой, ё-моё. Так, 14 наушников, 10 шляп с напитками, 7 геймпадов и 6 кошечек. Ладно, думаю, что быстренько мы с тобой это насобираем. Значит так, нам нужно еще пройти серию испытаний и поднять уровень персонажа. Пойдем-ка мы с тобой быстренько. Блин, тут еще телепорты, оказывается, у нас разыгрываются. Так, секундочку, пройти серию испытаний. Сейчас мы с тобой что-нибудь пробежим. Давай вот здесь вот. Раз, два, три, четыре, пять. А почему, интересно, у меня у Армагона так мало здоровья, а? Это непорядок, такого не должно быть. Естественно, будем с тобой хилять. Если, конечно, понадобится. Не обращайте, ребята, внимания на мой голос. Что-то я хрип, не знаю почему. Так что не обессудьте, как говорится. Ну что, Ванюша упал. Мы с тобой двигаемся далее. И тут у нас Бибоп, Рокстеди, даже два Рокстеди. Ну, попробуем так сделать. Баба. Постепенный урон, но не на всех, да? Не на всех. Лео, не подведи. И он меня не подводит. Все, друзья мои, мы прошли серию испытаний. Соответственно, забираем с тобой ежедневные награды за это дело. И нам нужно будет еще поднять уровень кому-нибудь. Вопрос, кому? Ну-ка, давай посмотрим по списку, что у нас тут. 18 тысяч мутагена, да? Маловато. А карайки сможем? Подожди-ка, ну да. Вполне, ребят. Давай, наверное, сделаем с тобой... Ага, не получается, хотел 65 ей вкачать, но не вышло. Не хватило мутагена. Ладно, забираем с тобой здесь награды. Зайдем в магазин, посмотрим по предметам, что у нас. Так, тут все тихо. Так, по монеточкам, ребята. Естественно, шинигами. Еще разок мы собираем с тобой 100 монет, и мы сможем ее прапать. Это хорошие новости. Что у нас по жетонам? 370. 370. Кстати, мы так и не определились, кого мы будем с тобой дальше качать. Я думаю, наверное, либо кожеголовый, либо слэш. Ребят, напишите в комментариях, потому что они практически на говногу идут по ДНК. То есть тут 67, тут 69, тут вообще 71. Короче, пиши в комментах, того и будем с тобой открывать, прокачивать. Так, ладно. Пора нам с тобой, наверное, отправляться на арену. Где я там? Лига мастеров, одна звезда. Ну, сбросили, друзья, меня сбросили, потому что я целые сутки, даже, можно сказать, двое не играл. Пришел с работы позавчера.
Весь день провалялся, отдыхал. Вчера тоже как-то не до этого было. Поэтому, ребят, вот сегодня только приступил играть. И у меня плохие новости. Все мои эмуляторы, друзья мои, накрылись медным тазом. Очень много игр, у которых не было сохранения через Facebook, накрылось тоже, ребята. А это именно 200 дней зомби-апокалипсиса. Это Stickman, Stickwar Legacy. Ой, там еще, там очень много, ребята, игр было. Не смог я восстановить, к сожалению, как ни старался, и пришлось мне удалять. Так что многих игр теперь уже не будет, но будут новые. Так, ну что, ребята, не хотят они мне давать 17-23, вот ни в какую, вот уперлись и все. Ладно, давай Павлушу возьмем. А зачем нам Павлуша, когда у него майки? Возьмем с тобой Арбена. Возьмем Арбена. Так, 67 уровень, здесь, я думаю, достаточно будет Армагоши вместе. Да иди ты вместе с майки. И отыгрывать мы с тобой будем, наверное, 50-й, опасно, да? Давай начнем с 55-х уровней. Вот так вот, 55-й, потом 60-й. Думаю, эти ребята дадут им трепку. Я на это надеюсь. Так, может быть, нам уклоняшку? Ну, давай попробуем. Хотя здесь она меня не особо спасет, так как противник имеет почти 70-й уровень. Если они захотят кому-то прописать, они обязательно пропишут. Ху-ху! Изи! Ну-ка, давай, майки. Красавчик. Слушайте, друзья мои, ну, я всегда, как говорится, стою на стрёме, да? Опасаюсь какого-нибудь подвоха. И, как видишь, Армагон просто всех вывел на чистую воду с одного удара. Ну, Рокстеди, конечно, там немножко захандрил. Постоял там, что-то подумал. Ну, Майки все-таки его расстрелял со своего игрушечного лука. Так, ну что, мы с тобой так и не получим, да, 17-23, судя по всему. Не хотят давать мне. Бог с ними. Давай возьмем, наверное, с тобой Андрюху. Так, 64-67 ранг здесь. Кто-то из подписчиков просил вернуть обратно Леонардо в строй. Ребята, обязательно вернется в строй Леонардо. Просто к чему вот это сейчас все делается? Блин, мне не нравится то, что... К чему это все сейчас делается, ребят? Ну, понимаешь, да? Леонардо не всегда сможет со своей вертушки уложить противника. Армагон, судя по статистике, справляется с этим делом вообще на изи. Ну, ты сам смотри, что он делает. Леонардо мог бы тут даже и не справиться со своей вертушкой именно. Он может, он наносит урон хороший, да, я не спорю, ребят. Но не всегда добивает. А мне нужно очень быстро, как бы тебе сказать, дойти до Лиги Мастеров 3 звезды, потому что выходные кончаются, будут рабочие дни. Я опять, ребят, не смогу играть 2 дня. А за 2 дня ты прекрасно знаешь, да? Сколько здесь можно потерять? Тем более не забывай, что сегодня суббота. Завтра воскресенье. А в понедельник у нас с тобой должен быть буст, которого опять не будет из-за того, что я пойду арбайтен. Так что, ребятушки, как говорится, не до расслабона сейчас. Надо двигать, как говорится, булками. И все-все-все быстро-быстро-быстро, как говорится, в темпе вальса шеминтом все это делать. Слушай, я не зря ли так сделал? Да, я думаю, не зря. Если что, Донателло сразу звездюльку получит. Сейчас же будет ходить первым зэк, 100% тебе говорю. После него будет уже ходить Армагон, я на это надеюсь. Ну-ка, посмотрим, сколько урона нанесет зэк. Прекрасно, ребят, прекрасно. Вот единственное, что немножко меня... Хотя, ты знаешь, тут стоит замедляшка. Я думаю, он здесь... даже сходить не успеет. Бумс, да. Ну, сам видишь прекрасно, что делает Армагон. Ну, как его не брать в команду, ребят? Ну, это просто грех будет, понимаешь? Не взять его с собой. Грех или самоубийство. А так мы с тобой идем очень великолепно. У нас уже 55-й ранг. То есть мы сейчас вернемся с тобой в Лигу Мастеров 2 звезды. Еще немножко поборемся. Вот, еще немножко поборемся за 3 звездочки, точнее, топчик. Так, Армагоша, сколько у нас с тобой? 34 отката. Играй да играй, как говорится. Играй, гармонь веселая. Тут уже, наверное, знаешь, что придется нам сделать? Если мы берем с тобой 50 уровень, наверное, надо будет...
Ну, вот так вот делать. То есть, сейчас мы с тобой поиграем Леонардо Армагон. Вот такую мы с тобой сделаем связочку и посмотрим, насколько она будет хороша. Видишь, в чем дело? У Усаги инициатива все-таки больше, чем у Лео. Да вот так вот давай ударим. Тыч. Поэтому Армагон всегда ходит первым. При этом есть возможность повесить постепенный урон. Армагону просто нужно будет потом либо добить их всех, либо оставить минимальное количество здоровья, после чего, надеюсь, постепенный урон добьет. У Леонардо, к сожалению, постепенки нет. У него чистый физический урон. Все. Не забывайте, что на этой неделе, ребята, у нас разыгрываются кролики. Да-да, именно кролики, которых мы с тобой хотим получить. Ну, не знаю, как ты, а вот я лично точно хочу получить и проверить, насколько вы правы, что они очень мощные и даже, как говорится, могут переплюнуть Армагона. Это были ваши слова в комментариях, да, друзья мои? Вот я и решил проверить, так это или нет. Естественно, я пока прокачать их не смогу по-топовому. Но если, например, мы с тобой сейчас прокачаем Сплинтера, потом, наверное, Ваньку, а уже после Ваньки возьмемся за кроликов. А может быть, даже сразу возьмемся за кроликов, там уже посмотрим, как оно будет. Слушай, как это так, ребята? Я был на 43-й позиции. Я отвоевал целую катку. И меня с 43-й позиции перекинули на 41-ю. Вы что, совсем что ли издеваетесь надо мной? Я не могу понять. Что за это-то? Что они тут себе позволяют? Я не могу понять. Молодцы. Устроились так хорошо, конечно. Ага. Просто взяли на 2 позиции, меня приподняли. И считают, что это круто. Аглоеды, а? Ладно, давай. Мы будем с тобой наказывать за все. За все наших противников. Ну тут сам видишь, все великолепно. Усаги сделал, как говорится, свое дело. А Армагоша продолжил. И никто даже пикнуть не может. Я одного не могу понять, почему. А, ну да, конечно же. У Шреддера есть возвращение урона. Поэтому я и главное не понял. Меня никто не ударил, да? А у Армагона чуть-чуть жизни немножко отнялось. Да-да-да, есть такая пассивочка у него. Ну что, давай, наверное, возьмем Давида. Ну, тут ты сам понимаешь, мне приходится 2 отката брать. Но зато я с этими ребятами отыгрываю своих вообще вот этих вот самых-самых слабеньких персонажей. Тем самым мы с тобой сейчас уже скоро вернемся в Лигу Мастеров 2 звезды. И у нас будет с тобой битва за Лигу Мастеров 3 звезды. Естественно, вряд ли мы с тобой сегодня туда попадем. Но зато завтра, я думаю, вполне мы уже будем там. И, как говорится, наслаждаться лаврами. Так, мне нравится, как этот Пит голубь танцует. Единственное, что у него такие страшные руки. Или лапы. Или крылья. Я даже не знаю, как это назвать. Ну что такое 21-я позиция всего лишь? Ну, трындец, конечно. Ладно, давай с тобой обновим. Что-то наших все время... Во, Матвей. Хотел сказать, подожди, какой Матвей? Мне нужно 17-23, а не 16-22. Эй-эй-эй, вот, ребят. Это Рё. Ладно, пускай это будет Рё. Я нисколько не возражаю. Ранг, я смотрю, здесь 74-й. Это максималка, что нас может здесь встретить. Кстати, у нас когда? Вчера, да? Да, вчера у нас с тобой открылись новые испытания. Так что сегодня будем проходить. Тыч. Донателло. Ну, как всегда, ребята, Донни это... Он в своем репертуаре. Тыч. Но против Армагона, конечно, он не выстоял. Как бы он ни старался, как бы он ни пыхтел, но ничего у него не получилось. Так, ну а мы с тобой двигаемся на какую? 11-я. Я надеюсь, после этой битвы мы с тобой все-таки уже перейдем в Лигу Мастеров 2 звездочки. Если честно, очень тяжело мы с тобой двигаемся. Очень тяжело. Раз, два, три. Но персонажей у нас еще пока достаточно. И откаты есть, поэтому деремся, воюем и наслаждаемся. Ну-ка, что у нас тут Усаги сделает? А Усаги, как всегда, все делает на ура.
Ну, а Армагон, как основной добивальщик, естественно, своим валуном всех уничтожает. Прекрасно. А этот прям, ты видел, как Бибоп-то у нас там? Как боксер прям на разминке действует. Но, да. Да, друзья мои, мы перешли с вами в мастер 2 звезды. То есть давай попробуем теперь немножечко продвинуться. Хотя бы до 50 ранга добраться было бы уже на самом деле неплохо. Так, Армагон Усаги. И я опять же буду отыгрывать. Раз, два, три. Сколько нам здесь? Ну, получается минимум боев 10-12 нам нужно сделать. 10 умножаем сразу на 2. Получается 20. 20 откатов нам нужно с тобой потратить. У меня, по-моему, 23 отката. То есть, по идее, нам вот этих откатов хватит для того, чтобы мы могли перейти с тобой в Лигу Мастеров 3 звезды. По идее, ребят. Но тут опять же, как оно пойдет. Вот смотри, 99-е, да? Видишь, всего 9 ступенек пролетели. А я рассчитывал как минимум на 10. Хорошо, давай посмотрим дальше. Опять же откаты. Опять же возвращаемся с тобой в самый хвост и берем вот этих персонажей. По 3 слабых персонажа за бой. То есть это еще десятка. 30, да, да, нам должно хватить. Интересно, а у кого быстрее проходит удар? Именно ультовый. У Усаги или у Леонардо? По секундам. Мне кажется, у Леонардо, да? У Саги слишком долго тут выйдет пока. Пока покажет свой нрав, свои красные глаза. Потом начнет крутиться. У Леонардо немножко попроще, да? Он подпрыгнул, жухнул, как говорится, и все. И все лежат. Так, ну что, у нас здесь есть котенок, например. Ну, а почему бы нам не взять котенка, да? Давай-ка я возьму вот так вот. Посмотрим, Лео справится или нет. Ну, здесь-то, в принципе, он должен справиться. Здесь ничего сложного нету. 70 уровня кролики, да? Давай проверим. Видишь, сразу ходит Армагон первым, потому что инициатива у него все-таки переплевывает от Леонардо. Ну, здесь, конечно, все легко и просто. Не, мне кажется, Леонардо быстрее намного делает свой удар. Именно вот эта анимация удара. Что его показали, он начал делать вертушку. У Усаги как-то это все долго. Так, ну давай. Блин, ребята, по 9 ступенек мы с тобой двигаемся. Не по 10, а по 9. Угу, ладно. А боли? Ну давай, а боли. И почему-то мы уже с тобой, ну, далеко так прошли. А нам достаются 71-й, 75-й ранги. Хм. А где же 78-й, 79-й? Топчик. Или они считают, что я еще не дошел до этого уровня? Ладно, хорошо. Бамс. Ну и добивай Лео. Да, красиво, красиво мы всех отправили к праотцам. И двигаемся с тобой дальше. Ну-ка, покажите мне 60. Ну да, друзья мои. Почему-то именно 9. Я не пойму, почему. Ну вот 9 и все. Так, погоди секундочку, дай ко мне. Эй, не надо, не надо вот эти зависоны, пожалуйста, делать. Джин. Джин Атривин, ё-моё. Ну ладно, хорошо, давай сделаем. Раз, два, три. Сколько у нас? Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз... Слушай, ну еще где-то боев 6. Хватит на малышах. Да котам, я думаю, уже где-то будет и полтинчик. 100% тебе говорю. Ну что, поехали. Подожди, я же хотел Лео взять. Ну ладно, пускай будет Усаги. Что-то заговорился, забубнился. И, ребята, продинаем эту вспышку выбора персонажа. Ладно. Будем говорить так, что Усаги и Лео, ну, идут практически нога в ногу. Хотя мы этого проверить не можем, потому что Армагон все подчищает. Так, ну что же, 53-я позиция. Ребята, 53-я, 15 откатов. Мы даже можем с тобой, скорее всего. Ладно, не хочу, ребята,
опережать события. Сейчас посмотрим. Мне кажется, тут что-то сейчас будет у нас. Что-то у нас будет. Так, Усаги, Армагон. Не забывай, что уже максимальный левел нашего противника — это 79-й. Причем так резко все 79-го уровня. Вот, я уже вижу, ребята. Но тут постепенный урон висит на Донателло, так что ему в любом случае не выкрутиться. Даже если бы он выжил после удара, его постепеночка бы уничтожила. Это, кстати, единственный персонаж, в котором я сомневался, отдуплится он или нет. Хотя там не все ребята были, я наврал. Там были 77-е уровни. Так, слушай, наверное, мы с тобой все-таки перейдем сегодня в Лигу Мастеров 3 звезды. Угу. Я постараюсь. Лишь бы персонажа хватило, понимаешь? Откаты откатами, а персонажей не будет. Ты извини меня, мне не сурки будет тратить такие количества откатов. А тем более эти откаты покупаются только за доллары. Не знаю, ребят, но уже 11 откатов осталось. Так что смотри сам. 11, да? На 2, ну получается как минимум 5 боев. Нет, у меня не хватит персонажей, скорее всего, свободных. Там их, наверное, осталось-то раз-два, я обчелся. Так, ну что у нас тут? 34-е. 34-е. Ну, берем. Это еще 4 боя надо. Давай посмотрим. Так, хорош. Давайте 17-24. Не надо мне. Вот, спасибо. Меня просто раздражает, как они делают хитро, да? Вначале ты дерешься с таким рангом. Потом бац, тебе так невзначай. На-ка поменьше, послабее. Для чего они это делают, я не знаю, ребят. Почему не могут давать наоборот, на увеличение? Видя же, что справляюсь, дайте мне посильнее команду. Нет, они дают мне послабее. Так, вот это мне не нравится немножко. Армагон. Бакстер. Ну-ка, выстоит он или нет? Бумс. Не выстоял. Слабак. Ну что, мы с тобой двигаемся далее. Сейчас какая там у нас будет? 25-я позиция, да? Ага. 9 откатов. Я смотрю, ребята, за этим делом. Смотрю очень четенько, так сказать, наблюдаю. И у нас с тобой раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. То есть еще 2 боя впереди. А нам нужно как минимум 3. Ладно, хорошо. Потрачу баксы, так уж и быть. Если не хватит у меня откатов, я имею в виду. Так, тихо-тихо. Хан, ты видел? Хан, ребята, хотел сделать удар. Но так как на нем висел постепенный урон, он, естественно, отдуплился. Ну а кому бы он здесь урон нанес бы? Да никому. Дебаф, конечно, мог бы он сделать, но ничего страшного. Так, какая у нас там получается? 16-я, да? А, 15-я. Вот тут мы с тобой перепрыгнули как раз 10 ступенек. Это круто. Так, хорош, хорош. Ну вы опять за свое, а? Так. Арепис. Арепис какой-то непонятный. Раз, два, три. Все, ребята, если у нас 15-й ранг, получается, ну, как минимум 2 боя. Десяточка, и еще потом пятерочку перекрыть, и все будет чики-пуки. Ну что ж, давай посмотрим. Да, у Усаги все-таки очень долгая анимация идет, вот этого удара. На пару секунд. В отличие от Леонардо. У Армагона, кстати, тоже, да? Довольно такая долгая анимация, то есть пока он поймает, крутанет, хвостом ударит. Надо что-нибудь такое позабористее и побыстрее, чтобы было. Итак, какая позиция? 10-я? Ой, 10-я, о чем я, господи. 6-я, правильно, ребят, 9 ступенек пролетели. Да, мы с тобой как раз укладываемся. Как раз укладываемся в нужные нам, как говорится, параметры. Причем отыгрываем абсолютно всех персонажей. Вот это я понимаю, ребят, вот это круто. Так, ну что, хлопчики, давайте-ка мы их быстренько уложим баиньки. Ну и пойдем уже с тобой на испытание. Да, по-моему, Усаги, да, будет сегодня? Или кто? Я уже не помню.
что у нас там за испытание на сегодня. Все, друзья мои, с ареной на сегодня мы заканчиваем. Идеальная победа, как ты понимаешь, да? Мы переходим с тобой в Лигу Мастеров. Три звезды, да-да-да. 95-я позиция, завтра, конечно, меня сбросят. Опять же, в Лигу Мастеров две звезды, может быть, ранг там 50-й. Ну, ничего страшного. Так, здесь я возьму, оп, вот так. И вот так. Это уже на завтрашний день. Подготовимся. Так, ну что, испытание. А, нет, ребят, какой у Саги? Армагеддон, тут на Армагошу. Ну, я не знаю, стоит ли нам вообще проходить. Тут фарм идет Армагона. День Дони, так и не прошел, ребята. Может быть, попытаться? Давай вначале зайдем сюда. В платиновое. Ты знаешь, зачем сюда иду. Чтобы нафармить. Ё-моё, 90-е, 90. Да вы серьезно, что ли? О-оу. Так, это интересно. Давай попробуем. Первая битва и уже такая мощная. Плюс 3 волны. Что-то вы, ребята, тут, по-моему, перебарщиваете, мне кажется. Тут даже у Саги не справляется, понимаешь? Вот они что делают. Да. Как быть? Да какое там уже, ребята? Провокацию, ну, в принципе, можно взять. Я боюсь, что сейчас Змейковьюн. Хотя, если мы с тобой сделаем вот так. Подожди, это первая волна только, ё-моё. Блин, сейчас сделает свою массовую атаку, мне кажется, да? На тебе. А ну-ка. Жух. И мимо. Да как ты можешь промахиваться-то? Господи, вот объясни мне, пожалуйста, а? А, ну правильно, ребята, у него 71 ранг, а у Змейковьюна 90. О-о-о, а здесь, по-моему... А здесь, по-моему, будет финита ля комедия. Ну ладно, давай сделаем с тобой вот так вот. Ты сейчас... Да. Давай хотя бы баф, что ли, сделаем. Я не знаю, ребят. Ну, тут крышка нам. Че я тут сделаю? Зэк бросит свою бомбочку. Ваня свою пулеметную дробь сделает. Да. Ладно, попробуем сделать вот так вот. Бумс! Тимати отдупился, ребята. Дебаф на нас вешают. Причем конкретный. Поехали. Попади хотя бы, а. Попал, молодец, Саги. Ну, заблокировал, надо же. Давай-ка, наверное, мы с тобой королика его попробуем. Не, ребят, сложно. Очень сложно. Спринтер, живи. Молодец, красавчик. Слишком что-то как-то уж больно круто. Слишком уж больно как-то круто. Естественно, второе испытание мы с тобой, ну, не сможем просто пройти. Ё-моё. Так, надеюсь, контур... Ага. Вот как я здесь должен с ними справляться? Карайка крик души делает. Чич. Молодец, красава. Так, этого, может быть, этого? На тебе. Да ё-моё, еще минус, да? Нет, пока, ну крип, наверное. Блин, пиццелицы, ты-то куда лезешь? Выкачивать здоровье, на тебе. Так, слушай, у нас сейчас... Поехали. Сделаю вертушку, фиксим, ребят. Да, ну тут что-то как-то вообще просто, ребят, ну это... Ну это трындец. Эй, сплинтер, сплинтер, чтоб тебя разорвало на тысячу кусочков, а? Ну, вот надо было ему упасть. Ладно, фиксим, ребят, ну, сложно. 90-е уровни, а у меня всего лишь один персонаж сотового, снаряжение негодники. А что тогда здесь происходит? Да, тут, ребята, все 80-го уровня. То есть, если бы они хотя бы у меня все были бы 80-го, да?
вместе с Кирби, то, как говорится, мы прошли бы вообще, даже не заморачивались. А тут? Я не знаю. Ну что, погнали. Ой, Армагоша, Армагоша, как же я тебе сейчас не завидую. Что мы тебе сейчас будем делать? Просто отбивную, наверное. Так, ну здесь, я думаю, поставить на автобой. Ой, тут вообще на изи все. Эти мутант-белки вообще нам ничего не сделают. Вот и прошли. Слушай, а кто он там будет разыгрываться в конце? Я помню, что Армагон, и, по-моему, все-таки здесь тоже космические черепашки. Я могу ошибаться, ребят. Так, но зато мне нравится, что дают по 2 ДНК. Вот это вот топово. Почему не за всех вот персонажей дают по 2 ДНК, да? Ведь мне нужно, например, очень много персонажей, которых у меня нету. И по одной ДНК, что они мне дают, как-то, знаешь, не особо меня радует. Это именно по времени, то, что очень долго приходится собирать. Представляешь, 2 года играть, ну почти 3 в одну игру, и до сих пор не собрать всех персонажей. Нет, всех персонажей в плане того, что я открыл. Но я имею в виду, не прокачал. Понимаешь, вот я к чему. Так, Армагон, давай сюда двигаться. Да, по-моему, там будут все-таки черепашки-ниндзя космические разыгрываться у него. Так, ну что, поехали? Да что ты, родной мой? Так, у них здесь 60 уровень. Ну-ка, давай-ка, Армагоша, пропечатаем их хорошенько. Бумс. Выжил, Ханорик, ты посмотри. Все, пускай летит отсюда по свежаку. Так, ну, а мы с тобой двигаемся дальше. И сколько там еще получается? Три боевки, да? Три боевки, давай. Так, тут уже, ребята, 70 уровень. Напряжемся, как говорится. Майки, скорее всего, скоро нам придется убирать из команды. Подожди-ка, а мы кого-то не добрали с собой, да? А кого... Ой-ой-ой. Слушай, Армагош, ты хорош так шутить. Он 70 уровня. Почему у него инициатива сильнее, чем у моего Армагона, извини меня, 100 уровня? Эй, вам не кажется это подозрительным? А мне лично кажется. Смотри, смотри, все хотят... атаковать Микеланджело. Ну-ка, давай, Лео. Красавчик. А теперь апер... Ой, апперкотик. Блин, это же... Это же провокация, Армагон. Зачем? Он же может сейчас... Он не то, что может, он и делает это. Слава богу, не попадает ни по кому. А то бы сейчас нам было бы веселуха здесь. Майки просто успел вовремя повесить на нас уклоняшку, которая, в принципе, нас и спасла. Да. Ну что же, еще 2 поединка впереди. 2 поединка, сейчас будет, по-моему, 80 уровень, и в конце уже будет 90. Ну что же, давай. Поехали. Естественно, у него инициатива. Ух. Блин, а вот это плохо, друзья мои. Это плохо в плане того, что он на нас повесил дебаф на понижение атаки. Это очень плохо. Даже если мы сейчас с тобой будем делать свои суператаки, они не будут наносить столько урона, сколько хотелось бы. Ой, особенно по Армагону, ребят. Поехали, сделаем так, наверное. Окей. Теперь попробуем через апперкотик наказать его. Да, постепенно урон, к сожалению, не повесился. Лишь бы не уронил. Все, все окей. Опять нам тут повезло. Ну что же, у нас с тобой заключительный бой с Армагоном. Там, наверное, на 3 звездочки вряд ли получится пройти. Блин, 4 ДНК получаешь, блин. Круто же. Так, смотри, здесь можно фармить. Но здесь есть 2 ненужных нам персонажа. Кстати, ну-ка дай-ка я проверю. Вы сказали, что в космических странностях... Слушай, да, вы правы, друзья мои. Здесь надо было фармить, а не вот здесь. Здесь намного чище. Здесь нет Армагона. Так мало того, что здесь нет Армагона. Здесь... так, кого-то не хватает. Здесь нет Рафаэля, а здесь Рафаэль есть. Точно, эпизод 7 надо фармить, ребята. Завтра начну.
Так, тихо, что я хотел-то? Я хотел дальше, ребята, бомбануть. А с другой вот стороны, да, мы с тобой проходим. А зачем я прохожу вообще это испытание? Если так подумать. Армагон у нас есть. Лучше бы мы с тобой действительно фармили бы. Охо. Ну ты, братюня, конечно, сейчас ударил. Тут ничего не скажешь. Молодец. Так, погоди секундочку. Нам надо было, наверное, с тобой все-таки вставить уклоняшку. Фитоняшку, да? Поехали. На-ка. Ну что, Армагон, потанцуем? Потанцуем. Так. Ну, была не была. Пропиши им, пожалуйста. Постепенно урон. Ать. Сейчас валун бросит. Блин, ребята, смотрим, что сейчас произойдет. Все отлично. Ему крышка. А, у него броня была. Понял. Все, друзья мои. Ну что, это событие мы с тобой прошли. Прошли довольно неплохо, на 3 звездочки. Я сомневался, конечно, что мы пройдем, но, как видишь, все удачно. У нас еще 18 сыра. Вот я думаю, мне пойти на день... Не, давай, наверное, день до, не завтра попробуем пройти. Сейчас хочу рискнуть все-таки. Рискнуть. Блин, 4, конечно, еще телепорта тратим. Ну, фиг с ним. Вот, видишь, Лео Космос. Сразу же, ребята. И 40 жетонов. Но, тем не менее, Лео Космос, 2 ДНК. Я думаю, что это круто. Ну что, друзья мои, можно, в принципе... На сегодня и закругляться. А я пойду пока вот эти вот телепорты за кадром набивать. Так что всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков.